Приветствую, дорогие зрители моего канала, меня зовут Михаил, вы на канале Фунзей. Я вот что-то вот опять зашел в эту игру. Я все еще не понимаю. Оседлать. Тут на машине можно ездить, что? Хера себе. Вау. Я, короче, все еще не понимаю смысл той вставки. Я, допустим, посмотрел купленного, у него там нет такой ставки. Это странно. О, пистолетик. Ну, короче, сейчас буду еще какие-то механики тестить в этой игре. Я тут 100% не все еще сделал. Допустим, вспомнить ту же самую куау. Куда погнала? Стоять! Тварина! Окей. Не, это уже не интересно, второй. Ля, сразу. Блять, меня пизнуло. Пошла нахрен. Пошла нахрен. Блять, ебаные нас сразу ебали сбивать. О, пистолет. Ни хрена у вас туда. Вы одолели мусоров. Здорово. За оленей. Мой? Ха-ха-ха! Рога? Что? Блять. Сука, заебал сбивать! Гнида! Нагнуть сейчас вас! Да... Ты куда лезешь, тварь? Блять, сейчас я тебя нахуй собью! Ебать! Спидранит как народу! Так, танцевать! Бля! Что это за хуйня? Какая синхронность, кстати, одни и те же действия. Так, как... Окей, я подпрыгнул, все, он перестал танцевать. Ля, ты жесткий. Так, поздороваться. Хай. 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 Ля. Это прикольно, это прикольно. Да-да. Давай я и тебя за оленя. Что забрать? Что я могу его подобрать? Оп! Оп! Ни хрена ты жесткий. Сейчас я буду ломать здание, чтобы забрать оружие. Хочу куау фигарить. Где мой калаш? Дайте мне калаш. Да мне нужен калаш. Нужен калаш. Да какой пистолет, калаш. Ни хрена себе. Ушли бараны. Ля, он сражается. Красавчик. Минус медведь. Минус второй медведь. Одолел мусоров. За 3 минуты или за 3 секунды? Что? 5 сразу. Калаш! Во! Только гранат не хватает. Какой живучий, а? Да мне похрен на этих мусоров вообще, я их не чувствую. Где гранаты, ну? Да пошла ты нахрен, гнида. Что ты мне сделаешь, на? А! Ни хрена похрен поистисла. На, пожуй говна. Пожуй говна. Они дамажат очки почему-то. Так, на, слился эту. Все. Так, где моя граната, да, тихо? А хотя, зачем мне гранаты против куалы? А ХП устанавливается? Так, я могу слоника надамажить. Я не могу слоник не замажить. А я уж и не забыл об этом.
А все, а давай, короче, давай, блять. А попади, давай, попробуй. А попробуй, попади. Коала гигант. На, гнида. Уа! Я живу, как? Вы умерли? Так я же ее убил. Достижение разблокировано. Или нету, серьезно? А нет, она есть. Не понял прикола. Да, блядь, вставай, олень. Олень, ты такой олень. Да мне похрен вообще. Давай, долби, долби, долби. Долбит нормально. С дубинками, ни хрена себе. Давай гранату возьми, давай гранату. Отдаляй мусорок. Давай, давай. Выпало оружие, да? Катана. Опять граната. Давай, я тебя потащу. Опа! Выкинул. Ля, куда полетел. Давай, давай, ломайся. Ну, сломалось, да, не знаю. Встал на опять. Уа! 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 На, сука! На! Получай по хлебальничку! На! Вау, удалил мусор. Как-то медленно долбить будет. Ну, долбит нормально, да. О, калаш. Так. Что это я уже забыл? Помню, что. Пистолет. Пошли нахрен. Ой, странный. Калаш опять. О, блядь! Кролик, пошел ты нахрен. Ухуй, кролик. Ухуй. О! Это, бля, что? Охренеть, оружие из кролика вышло, я не знал. Пошла ты нахрен, гнида. Что за машинка? Блять, да вы заебали меня сбивать. Гниды. Сейчас я тебя сам собью. О, еще одно оружие выпало. Бластер такой. Один и доджа. Ха-ха! Я этим бластером случайно машину. А? А, уровень. О, о, выбил, выбил. Все, где куала? Давай, подавай мне сюда куалу. Давай, вот так по жопке ей. О, что происходит? Аж слюни выпали от удивления.
Блядь, живи, дура! Живи! Блядь, погнал нахуй! Куда ебашь? Блядь, да... Сука! Почему так потно? Что тут? А, тут показывается уровень полицейских, что нужно делать. Волына. На-на. Ничего не выпало. Давай, давай, давай. О, граната. Оу, е, калаш. Пошли нахрен. Следующий уровень сразу. Бластера не хватает. Определенно бластера. Что есть кроме того бластера, который скролик выпадает? Пошел нахрен. Все, кролик погнал. Что за хрень происходит? Тут просто безумие какое-то. О, выпал, выпал. Вау, кролик, погнал. Давай со мной на куалу. Бля! У меня просто слов нет. Пол хп. Блять, как убить куалу, а? О, нормально, вот это пойдет уже. О, граната. Так, меч хуйня. Пошли в пизду. Блять, гнида, не сбивай меня. Сейчас я тебя собью. Мрось, иди сюда. Не. Так, посрать вообще. О, калаш. Полностью так, кроме бластера. Давай. Ай, нога зачесалась. Чесал. Не, да сдохни. Сдохла, мразь. Ля, разрывает просто. С урона. Е. Все. Погнали, кролик. Ох, ё. Ты чё застыл-то? О, есть бластер. Я опять одолел этих грёбаных залов. Сейчас до уровня Б дойду. Чё на уровне Б?
Удаляй мусоров. Блять, опять на куалу. Сука, когда же ты сдохнешь? Сквозь стены с кайфом. Сука, не... опять хп просто... Это бред просто. А я не знал, что она может сквозь стену атаковать. Так, за оленем. А, пистолет. А, пистолет. Пистолет. О, калашик. Калашик с пистолетом, ну это уже нормально. Блядь, гнида! Иди сюда! На! Пошли нахрен! Сколько раз я еще буду убивать теперь за мной, чтобы залезть куалу сраную. О. Давай, здание больше всего дают. Вообще, похрен, продолжаем долбить. Долбит нормально. О, сразу. Сразу кухоли кролики пойдут. Давай, давай. О! Погнали! На, далее. Фух. Сейчас надо прям подготовиться к этой сосной битве. Фух. Сейчас даже вот так превьюшку записать. Во-во-во-во. Пойдет. Или может даже отойти как-то, чтобы... Я просто не хочу, чтобы вот этот бластер, он был прозрачным. Ладно, пусть пойдет. Фух. Бегу, 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 бегу. Блядь! Блять! Я уперся в здание! Пиздец! У меня аж ребро заболело. Блять! Опять все заново. Блять, ну ломайся же ты. Опа, ёс. Похуй. Граната. Ага. Так.
Ну каждый раз, когда убью эту грёбаную куалу, чуть-чуть не хватает. Ну где калаш-то? Отдай калаш мне. Кал... Сука. Не... Давай. Давай разберемся. Ты куда поехал? Давай вот. Где мой грёбаный калаш? Давай мне сюда калаш. Ну. Калаш, где мой? Ну где калаш-то, блядь? Так, ну пошла нахрен. Бухлый кролик пошел в жопу. Не получается такой вот, когда ты упал, бежать. Есть все, кроме калаша. Во, калаш. Фух. Гребаная куала. Фух. Какая-то дура меня сбила, блядь! Сука. Пиздец. У меня просто нет слов, нахуй. С дубинками щелкать вообще. Все похуй на этот бластер. Не, бластер эффективный, да, его надо использовать. Ну я в ахуе, если честно. Просто, блядь, с одной... Просто за секунду, блядь, я... Ну, вообще, ни капли отбежать не смог. Во. Истинные концовки. Что? Чего? Что, блядь? Коала? Какие тут еще оружие есть, мне интересно. А тигром я могу стать?
Да что за хрень? Пингвины! О, граната. Я просто сейчас себе столько навесов наберу. Просто все будет уничтожено. Такая вот каналия будет. Все в огне будет. Мир создавался за один день, и я тут за час. Уничтожу его. Просто в нули ему. Что? Я же тебя даже не касался. Ну это бред. Блять, я даже не коснулся ее. О, калаш. Пистолет. Пистолет. Да я тигром был и медведем. О! О, отлично. Ой, гранат как раз. Сейчас все просто разорваться будет. Минус медведь. Минус еще медведь. Ого, овца, минус. Сейчас опять сгонять надо туда. Блять. Суши. Доступным после просмотра плохой концовки. Охуела, тварь. То есть я внутрь запрыгнул. Меня тупо выкинуло. Меня в жесткий полет отправило. А где эта куала? А вот. Пошли нахуй. То есть домой я к тебе. Гниды. Я всех порешал. Вообще похуй. Я все кроме бластера выбил. Сейчас еще я от этой дуры убегать. Блять, да вы за... Куда я полетел?
Что? Что происходит просто? Я не понимаю, что сейчас происходило. Это, блядь, что вообще? В пизду эту Куау, которая дается на этом корабле. Чем она мне поможет? Мне просто нужно задолбить эту Куау. О! Все, что нужно. Пистолет где? Пистолет гоните. И на этом все разрывается. Господи, я не знаю, какой-то 8-й GTA нахуй происходит. Блять, да. Так, бластер нужно, много дамага. Все сносить надо. Вот много дает урон на ней. Ага. Так, окей, есть. Сейчас бластер буду. Да где вы? А, с другой стороны. Ай, нанес какой все от кузнеца. А, брат. Заебись. Да сколько можно же у меня уже жми. Китайский город. Здесь что? Бластер огромный. А вот так если? Ну же. Алло. Ага, одно есть, а второе. Как я второе одновременно нажму? Которая не нажимается. Так вот так, что ли, наверх можно залететь? Блядь. Так, ага. А, есть, я наверху. Так. Ну, должен сдохнуть.
чуку зашел зато. Большой папочку захочу. А что там собаку уже делает? Так, разгон надо взять. Блядь. Бля, какой спиной. Я ж собаку убивал, что он там делает во второй раз? Блядь, ну почему я опять сюда полетел? Пошла ты нахуй, ты мега. А почему я во второй раз здесь? Здорово, гнида. В смысле сразу, а, если... Сто хп сразу сносит. Как я ее снесу, если у меня... Блять. О! Давай. Долбани еще раз. Ну-ну-ну. Блять, меня пилзнуло. Не, я не могу ее надамажить, у меня оружия тупо не хватает. Сейчас вот набью здание, соберу оружие. О, вот калаш. Намного проще, чем калаш. Так, а здесь что? Блин, катана. Кого, кстати, наверное, будет проще биться с ним. Бля, как денсит люто. Не, ну прям в натуре люто денсит. Я тебе руку почти отдамажу. Почему во второй раз тут делать? Сейчас машина минус будет. Ну, давай. А теперь долбани по мне, попробуй. Там на кнопку надо нажать, да? Там кнопка есть на машине. На нее нажать, походу, надо. Блять, ну... Блять! Блять, что? Ну, прям спиной по мне, конечно. Thank you.
О! О, минус хп. Минус рука. Давай второй. Что за камешки прилетели? Да, блядь, что за камешки? Ты дура, хватит долбить. И вторую машину сегодня нахуй. Мина, давай, давай, давай. Ну, блядь, запрыгивай, дура. Найс, нажал на кнопку. Так, а смысл? Для чего я его второй раз одолел собаку? Что от этого изменилось? Ну вот снова мусоров больше не будет, и что? Сразу побольше так навалил. А что, не долетает, что ли? О, убил! Что? Охренеть, я убил куалу. Она теперь не наверху, а вот здесь валяется, вот. Я могу ее седлать? Могу только вот так прыгать. А что от этого, за что я убил куалу? Что поменялось? Что-то еще можно сделать? Наверх собрался, чтобы я потом мог слона какого-нибудь убить, допустим, вот этого. Так, вот так вот. Оп. Я не зацепился. Да, да залети ты, дура! Блин! Бля, я не могу. О! Да не... Блядь. Давай! Да, все это время идет запись. Все в порядке. Блядский слон. Ну ты серьезно, ты просто залететь не можешь. Наконец-то! Где этот слон летает? Где слон? Ну. Да ему вообще насрать. Нету куалы, нету собаки. Что-то еще можно поделать. Какие тут еще боссы есть? Рыба? Что? Оседлать рыбу, серьезно? Что? Да ты угораешь, она даже по суше катается, я только что вот проверил. Годно. Это стоит. Бегемот какой-то стоит. Так, корова нужна и олень. А что я с коровой должен сделать?
Убить корову? А Бегемота же я не убивал. Кто такой Бегемот? Почему здесь стоит? Или нужно выиграть, что ли, у коровы? Я типа у коровы уже выиграл, но... У меня ходы почему-то исчезали потом. Сейчас еще раз гоняю. Что вообще? Еще корову. Блять, не смог закинуть. Так, мне нужен мяч. Окей, если я себя закину. Не закидывается. Окей, допустим, я поиграю с коровой в её игру, это странно. Допустим. Не сработал? Опять. Но у меня больше пока. Во. 13. О, 15-4. 16-5. Отлично. Так, допустим, 22 у меня. Ну, типа, надо прям солидно больше коров сделать, потому что ходы потом закончатся. Я победил. И чё? Я если вернусь, там будет это? Корова там будет стоять, интересно. Я выиграл ее. Не помню с какой попытки, но я только что ее выиграл, Мэйзи. А Куплинов я смотрел, не ее вообще ни в какую не выиграл. Так. Сейчас, надо вот выйти к воде. А, он нашел. Нет, там не стоит корова. А я могу, допустим, превратиться в корову? Хотя нет, мне все равно нужно, чтобы корова там стояла. А что мне тогда сделать? Кстати, коалы и собаки снова живы. О, пистолет. Допустим, я могу убить корову? Да блять. Пусть меня убивает корова. И она превращается в черную. Так, я убил корову, да? Да, убил корову. А, все, я больше не могу на нее залазить. А, тут только вот так в воздухе. Я навалю. И на солнце. Допустим. Там появится? Там не появилась корова. А как тогда корову туда получить? Непонятно. Надо вот с этой фигней разобраться, то есть тут еще где-то... Ну то есть вот я вижу, что нужно... Что тут третья серия появится, а вот четвертая появится ли?
Неизвестно. Да свалите нахрен, ну свалясь. Окей, я одолел мусоров. Вот интересно, появится ли что-то, из-за чего я смогу заснять четвертую серию. Из-за вторую серию я в основном заснял за коалы. И поискать еще что-нибудь. Вот я нашел что-нибудь. И... А дальше что? После вот этого, если я вот разгадаю эту фигню, что дальше? Ну, это будем разбираться в следующих сериях. Так что вы можете подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. Нажать на колокольчик, прокомментировать друзьям. Просто покомментировать, порекомендовать друзьям, репостнуть кому-нибудь, репостнуть на своей соцсети, там, странице, там, еще что-нибудь. Рассказывайте вообще кому-нибудь, чтобы канал развивался. Хочется, чтобы больше было людей, больше круг людей, что смотрит. Больше подписчиков, больше зрителей, больше интереса. Больше комментариев. И больше видео, наверное, будет. Более стабильно, наверное, буду уходить и будут выходить видосы, если будет больше зрителей. И что ж. Всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр.